Всем привет! Сегодня у нас будет очень короткое, но информационное видео о том, как лучше закрывать отверстия, когда вы заканчиваете вязание. Давайте с вами приступим. Итак, я это буду делать на примере работы. Я связала вот такое яйцо, и теперь у меня есть отверстие, которое необходимо закрыть. Как же мы это будем делать? Вам необходимо на последних этапах работы, когда у вас остается по кругу 12 петелек, отрезать нить, кончик вдеть в иглу, и теперь внимательно, что мы будем делать. Итак, все, что вам необходимо сделать. Смотрите, у нас есть целая петля. Петля состоит из полупетелек. Передняя, это которая ближе к вам, и задняя, вот там дальше, которая логично дальше от вас. За переднюю полупетлю, не за целую, а за переднюю, мы проводим нашу иглу, вводим нитку, прошивая. Снова в следующую петлю, снова за переднюю полупетельку. Не за целую, а за переднюю стенку петли. Мы вот так прошиваем. И так мы делаем до конца ряда. Прошиваем только за переднюю стенку петли. Так вам необходимо прошить все петли по кругу, все 12, которые у вас есть. Смотрите, когда мы прошили все 12 петелек, все, что вам нужно сделать, потянуть за нитку. Вы тянете за нить очень хорошо, и у вас отверстие затягивается. Посмотрите, оно идеально ровное. У вас ничего нигде не выбивается. Вам не нужно мучиться и закрывать как-то это отверстие, бороться с наполнителем и так далее. Все. Прошили 12 петелек очень быстро за переднюю полупетлю. Потянули за нитку, затянули. И теперь все, что мы делаем, я обычно делаю так. Я делаю узелочек. Рядышком, где у вас нитка, вы прошиваете через петельку, делая маленький узелок. Хорошо затягиваете. И теперь вводите иглу в наше изделие и выводите в другой стороне, чуть подальше. И еще раз хорошо и плотно затягиваете. Теперь вы можете распрямить ваше изделие, взять ножницы, немножко потянуть за нитку, отрезать ее. И на этом у вас будет все готово. Вы затянули свое отверстие, у вас все ровно и аккуратно, нигде ничего не выбивается и очень надежно. Итак, а на этом я свой урок хочу закончить. Я думаю, что вам было все понятно. Если есть вдруг какие-то вопросы, пишите в комментариях. И также делитесь тем, как обычно вы закрываете отверстия, потому что я знаю, что есть много разных способов, но для себя выбрала именно этот, для тех, кто раньше был с ним не знаком. Я надеюсь, сейчас вы познакомитесь, и, может быть, он вам тоже понравится. А мы увидимся с вами уже в следующих видео. Всем пока!